здравствуйте. Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Сегодня будем разбираться, как выглядеть красиво, эффектно, если у тебя нестандартная фигура. Говорить на эту тему мы будем сегодня с нашей гостьей, с Региной Гариповой, основателем и руководителем проекта «Плюс Сайз Казани». Регина, здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть информационный повод, Регина, да ведь? Недавняя совсем победа девочек из Казани. Из Казани? Да. Моделей в теле. Да. Как этот конкурс назывался? Давай я скажу. Этот конкурс назывался «Топ Модел Плюс 2019». И мы привезли корону. Вообще для Казани это первое такое событие, когда девочки именно «Плюс Сайз» участвуют в каких-то конкурсах не в Казани. В Казани есть конкурсы, но не для «Плюс» пока, да, в Москве. И мы привезли корону главную и три номинации. Какие? Так, ну у нас топ-модел «Гламур», значит, топ-модел «Fashion Face», по-моему, и кто еще у нас был? И забыла еще кто-то. Ну, не важно. В общем, да. Ну, не важно. Три номинации мы взяли, да, и одну главную корону. Вот в случае, когда модели, ну, мягко говоря, нестандартные фигуры на подиуме, а в этих случаях что жюри оценивает? Те же самые критерии. Ну, смотрите, вообще... Пластику, нет, что не только. Оценивают? Девушки проходили кастинг отборочный в Казани сначала. Вот, не все туда попадают, потому что именно этот конкурс я... выбирала, потому что конкурс именно модельный, и есть критерии отбора. Это рост от 170 сантиметров и размер не больше 52-го. Вот это именно все-таки такой конкурс. То есть это конкурс профессиональный модельный был. Есть конкурсы красоты, то есть для девушек, да, там уже размер не ограничен. Там до 60-го размера девушки участвуют. Там совсем другие, так скажем, критерии отбора. Там есть вот эти вот конкурсы талантов, еще там какие-то всевозможные, да, ну, конкурсы. А здесь у нас было только дефиле. Давай. Оценивалось дефиле, походка, как девочки держат себя на сцене. И, естественно, самое главное – это харизма. Харизма, улыбка, правильно себя подать, вот эта вот пластика, манера. Все вот оценивалось. Фигура насколько важна? Потому что если вес большой, если размер большой, есть желание, ну, многое из этого скрыть. Что здесь важно? Пропорции важны? Мы же понимаем, конечно, что в большом весе можно по-разному выглядеть. Да, можно вот совсем бесформенно, а можно при этом совершенно вполне верно себе классный силуэт иметь. Для конкурса красоты именно, конечно, нужна фигура «Песочные часы». Это для конкурса красоты. И здесь жюри смотрит на то, насколько подтянута фигура. Это вы же... Мы же все понимаем прекрасно, что девушка может быть и в размере 46, но вот, знаете, так дрябленько выглядеть, так согласна, скажем, да? А может и в размере 54, это такая вот подтянутая фигура, где, когда ты идешь, у тебя там ничего не колыхается, так скажем, да? Мы сейчас говорим о подиуме, а вот в обычной жизни, вот на твой беглый взгляд, как думаешь, вот в Татарстане, у нас в Казани, людей, которых вот ты видишь на улице, общаешься, их больше... все-таки плюс сайз или вполне себе стандартных? Альбин, ты знаешь, я, честно говоря, обращаю внимание только на плюс сайз. Поэтому взглядом их выцепляешь? Да. Ну, я люблю, я вот тащусь от них, ты понимаешь? И я смотрю на всех девушек вот... С этой позиции? Да, с этой позиции. Мой или она клиент? Ну, не клиент даже, а просто мне нравится смотреть на девушек. И я смотрю на все. На то, как они одеты, на то, как они себя ведут. Есть девочки, знаешь, которые идут и смотрят в пол, да, все время. Мы про таких девочек еще поговорим с тобой, я тебе расскажу. Есть девочки, которые себя несут. Вот ты знаешь, неважно, какого она. Сколько она может быть 58 размера, да, но она идет так, что на нее все просто обращаются. Вот невозможно на нее не смотреть, ты понимаешь? Я к некоторым подхожу, кстати. Я тебе серьезно говорю. Ну, и что говоришь? Ну, просто я просто восхищаюсь. Я говорю, вы такая красивая. У меня... было такое иногда вот в каких-то заведениях, да, когда я между делом подхожу, они говорят, а я на вас подписана. Я говорю, правда? Серьезно, было несколько так. Это, ну, очень приятно, конечно, но я не могу комплиментом не одарить девушку, когда вот она
выглядит так, как я люблю. Таких и вот эта искорка в таких глазах. Меньшинство? Ну, честно, да. Не очень много. Не так вот, что я скажу, стоит три девушки большого, ну, плюс сайз, из них одна только может. Это потому что так задан стандарт свыше, что если ты претендуешь называться красивой девушкой, ты должна быть высокой, стройной, непременно стройной. Это потому что нам это внушили? Я думаю, да, это стереотипы. Стереотипы, и когда тебе все, ну, это где, может быть, из детства прийти, может быть, навязано мужчиной, обществом вокруг, да, со школы, когда тебе каждый день будут говорить, что ты толстая и некрасивая, ты в один прекрасный день в это поверишь. В продолжение темы. Мы сегодня до начала эфира традиционно запустили опрос в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Татарстан-24». Наших потенциальных телезрителей, наших подписчиков мы спрашивали, а вот вы готовы похудеть, чтобы залезть в модную одежду? Так. Да, потому что красивую одежду шьют только на стройных, ответили 24 неполных процента. То есть каждый четвертый сказал «да», потому что, а как иначе, да, в красивую одежду не залезу. 32% каждый третий сказал «нет, ничего менять не собираюсь, одеваюсь так, как мне удобно». 44% большинство ответили «если грамотно подобрать одежду, то в любом весе можно выглядеть эффектно». Как прокомментируешь? Ну, вот эти 44%, они правы? Я бы тоже так ответила, совершенно верно. Честно скажу, что я тоже не готова себя менять ни ради одежды, ни ради мужчины, честно скажу, потому что я, предупреждаю, да, я тоже сделала у себя опрос вчера. А ты что спрашивала? Ну-ка, ну-ка. Я спрашивала, я начинала там прям детально с веса, то есть, ну, я сделала акцент на мужчин. Ну, все, мы же женщины. На их запросы. Да. Что они в женщинах я, бы да, хотели вопросе, видеть? Да, в вопросе, да, спросила, так, важно ли для мужчины, допустим, вес его женщины. Следующий опрос был у меня, значит, длина ног, там, грудь, еще что-то. Да, что там, отвечала волосы. Сильная половина? Сильная половина не очень охотно принимала участие в опросе, но те, которые приняли, большинство ответили «нет». Ничего не себе. Важно. Да. Вот эти вот 23, которые худеют ради красоты, чтобы в одежду залезть, чтобы эффект... Да, мужчины ответили, что нет. Но потом, самый последний мой опрос был, готовы ли вы худеть и менять свою внешность ради мужчины? Как ты думаешь, что ответило большинство? Я думаю, что все девушки сказали «да». Ради мужчины оно того стоит. А нет. Большинство в моем опросе... Может быть, у меня, конечно... Может, выборка у тебя меня, особая? Может быть, да, наверное. Может быть, у меня целевая аудитория такая, да, которая вот не готова, и все такие вот прям самоуверенные. Я, честно говоря, прям вот ради мужчины тоже не готова. Ну, если даже мне бы вот мой мужчина, например, сказал, что тебе где-то надо похудеть, для меня это вообще нонсенс. Ну, правда, для меня это нонсенс. Я считаю, мужчина, если выбрал себе женщину, да, то он не должен ей таких вещей говорить, даже намекать не должен. Бессовестный. Да, он должен пойти и купить ей то, в чем она будет хорошо выглядеть. Золотые слова. Предлагаю на минуточку прерваться, у нас есть звоночек в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло. Говорите, алло, пожалуйста, мы вас слушаем. А, здравствуйте. Ага, хотела бы, во-первых, поблагодарить вашу передачу за то, что вы поднимаете актуальные для нас такие темы. И хотела бы сказать вашей гости, Регине, что мы в Инстаграм следим за ее страницей. Очень интересно за ее страницей, лично ее страницей и страницей «Плюс Сайз» ее. Спасибо большое. На ее занятия мы, конечно, еще пока стесняемся прийти. Наверное, зря. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Регина, давай попытаемся... Приятно, скажи. Давай попытаемся разобрать главные ошибки в гардеробе. Вот ты говоришь, выцепляю взглядом в толпе девушек, которые в приличном весе, но при этом они себя несут. Это значит, у них какой-то внутренний есть стержень, какое-то удовлетворение с собой, своим телом. Наверняка они внешне хорошо выглядят. Это грамотно подобранная одежда. Я же понимаю, что можно все испортить, перечеркнуть. Вот ты говоришь, балахон. Категорически нельзя носить балахон. Ни в каком весе вообще. Ни худышком, ни пухляшком. Нет, худышком оверсайз, худышком все можно носить. Да? И балахон в том да, числе? Да, и балахон в том числе. Сейчас оверсайз модно. Я, наоборот, хочу сказать про девушек плюс сайз. Что делает балахон? Он просто нас расхлябывает. Вот когда ты идешь, извини меня, допустим, в брючках, да, по фигуре, в рубашечке по фигуре, то
соответственно, отрезной рукав, отрезной рукав, вырез, да, вырез, допустим, четкая геометрия, он зрительно увеличивает, удлиняет, да, каблук еще, шею. Каблук обязательно девушкам, плюс сайз нужно носить каблук, но не платформу, не толстый такой вот каблук, как раньше вот это было модно, должна быть, ну, я не говорю шпилька, потому что шпилька, конечно, тяжело там в большом весе, да, но все-таки аккуратненькая обувь должна быть, потому что чем вот массивнее обувь, тем она больше утяжеляет фигуру. Uh-huh. Это неправильное мнение о том, что вот чем больше девушка, должна быть платформа, да, какая-то там. Uh-huh. Конечно, грубые кроссовки сейчас модные, девушкам плюс сайз тоже хорошо, но все-таки, если мы говорим о классике, например, да, то это... Узкий обувь, носок? Да, изящный. А все аккуратно должно быть. Все должно быть как в меру. Как работать с пропорциями? Потому что вот, вот, например, вот образец. Это ты. Это я, да. Это ты. Вот, например, видишь, завышенная талия. Здесь подчеркнуты пояс. Удлиняет ноги. Да, да. Ну, видите, Альбина, смотри, здесь ничего не, так скажем, не режет фигуру, не урезает. Пополам. Здесь все... Не делает ее квадратной, да, приземистой. Одно вытекает из другого. Соответственно, брючки, они перетекают вот в ботинки, да. Здесь длинная туника, здесь интересный рисунок, здесь идет у нас пояс, да, что подчеркивает талию, но в то же время не урезает ее. Все должно быть правильно, гармонично подобрано. Если бы, например, была не длинная шуба, а полушубок короткий, укороченные штанишки, брюки, и там, ну не знаю, не было бы пояса, зрителям мы фигуру пополам поделили бы, все бы и даже не утяжелили пополам, бы а ее, на да, три части бы, может быть, поделили. Вот бы это тоже была бы ошибка. Да, совершенно верно. Как работать? Ну-ка, давай посмотрим, какой еще пример привести. Ну вот, например... Многослойная одежда, она зрительно создает ощущение тяжести или нет? Нет, не создает. Вот как работать со слоями? Многослойность, она наоборот приветствуется, потому что здесь скрываются все недостатки фигуры. Здесь поясом подчеркнута талия, да, но вот этот кардиганчик, здесь непонятно, там, у тебя где-то может быть животик. Да, здесь все скрывал. Он все скрыл, да. Все. Здесь да, даже, да, даже вот у меня, так скажем, не обладаю я шикарной грудью, как некоторые мои любимые девочки, да, вот у них у всех груди, я завидую им иногда. Да. Вот Зарема, да, она не, так скажем, не прям не сильно большого размера, у нее где-то вот 50, размер 50, но за счет груди. А в груди у нее где-то, может быть, 52. Вот многослойность, как она смотрится загадочно. Потому что в каждой девушке должна быть загадка все равно, да? Когда, извини меня, у тебя одно леопардовое платье, которое, ну, выше колена там на очень и много сантиметров. И глубокий сверху. И еще вырез, да. Никакой и еще, загадки. И еще какой-нибудь гипюрчик там, знаешь. Вот это вот прям... Что касается рисунка... Понятно, что широкая горизонтальная полоса непременно нас в ширину, так сказать, разнесет. Мелкий рисунок, правильно я понимаю, да? Мелкий рисунок, да, можно мелкий рисунок, можно клетку, потому, ну, клетка должна быть правильная, мелкая. Мелкая, тоже да, мелкая. Да, да. И вертикальные полоски. Вот, например, на штанах лампасы, сейчас очень модно, даже на классических брюках, они визуально вытягивают фигуру, ноги визуально вытягивают. Лампасы очень модно. Прям на брюках, не то что на спортивных, а на классических брюках. Тем не менее, наши вот подписчики отвечали на вопрос, готовы ли, что вы готовы в себе изменить, ссылались на то, что ради того, чтобы эффектно выглядеть, ссылались на то, что модную, красивую одежду шьют же только на худышек, а что же делать-то остается? Неправда. Как? А можно с какими-то собственными усилиями подобрать гардероб из того, что есть в наличии? Можно. Но единственное, у нас, конечно, есть проблема с такими магазинами, чтобы ты вот пришла и в одном месте себе все нашла. Я, например, где-то могу найти там штанишки, где-то кофточку, где-то еще что-то. Есть проблема. У нас очень мало прям единицы и дизайнеров, которые сами шьют. Прям вот очень единицы. Ну, дизайнерская одежда, надо думать, дорогая. Ну, нет, почему? Есть не очень дорогая, но просто их очень мало и качественно мало, да? Поэтому я все-таки за... У нас есть в магазине, в Казани пару брендов, люксовые марки, на которые мы равняемся, вот. Но я за онлайн-шоппинг, если честно.
Потому что... Кстати, да, в помощь. Да, да, а сейчас такие масштабы приобретают? Можно просто посмотреть на мировые марки, как, что они дают. Да? А, какие они дают сочетания цветов, фасонов. Там нужно следить за тенденциями, потому что у нас в Казани есть, брендовые такие люксовые марки, которые да, и задают тон, так скажем, индустрии плюс сайз. Кроме того, попытаться скопировать, естественно, заказать, не попытаться, сошел, а так и надо делать. Надо просто смотреть. Картинку, сказать, да, люди, все же есть готовое. Люди дают тебе готовый образец, как нужно одеваться. Просто нужно пойти и выбрать это более доступное на том же самом онлайн-пространстве. Мы сейчас подходим к мысли о том, что подобрать одежду, ну почти что не проблема, есть такие возможности. Значит, проблема в чем-то другом? Почему девушки в теле не всегда выглядят эффектно? Вот ты мне в пример приводила девочку, которая к тебе пришла вот в таком наряде, да? Да. И что потом из нее осталось? Вот Оля ко мне пришла, да, заниматься. И это была фотосессия, где я попросила их прийти в том, в чем они хотят сами. Ну, Альбин, я скажу тебе так. Все начинается, знаешь, с чего? Все начинается с нижнего белья. Это же то, чего вообще не видно, казалось бы. Нижнее белье решает 90% посадки любой одежды на девушек. Ты да, в виду. Да. Как сидит та одна и та же блузка с разным бельем, это вот, знаешь, визуально это просто разные блузки как будто. Интересно. Девочки, которые ко мне приходят, первым делом, что я их прошу, это купить правильное белье. Ну, для модели, конечно, это должно быть черный и бежевый комплект, никакого белого белья, только черный и бежевый. Это правильный бюстгальтер и правильные посадки, утягивающие низ, утягивающий низ. И в результате вот. Может получиться и в результате вот что. Может получиться из девушки вот что. Ты понимаешь, вот это идеальный черный комплект, который подойдет вот, ну, практически любой девушке. Да? Здесь правильно все, правильная длина, правильные туфли. Ты посмотри, я их заставляю да. всех туфли покупать. Да, это о чем потому что, говорили. Да, и она совсем по-другому смотрится, изящно. Представь сейчас на ней, вот, допустим, вот такой толстый каблук и платформу. Все, это меняет полностью весь вид. Вот ничего в ней такого нет вычурного, но как стильно она смотрится. Красивая прическа, правильный макияж, какой-то маникюрчик нюдовый. Ну, это как это must have для модели, понимаешь? Нет, я просто постоянно об этом говорю, и поэтому делаю акцент. То, что от кончиков пальчиков до кончиков волос все должно быть идеально. Вот в ней сейчас все идеально. У меня тебе большой нравится? Вопрос. Нравится, безусловно, очень нравится. У меня другой вопрос. А как вот в большом весе ходить на каблуках? И вообще это возможно или это нет? Это очень даже возможно. Ты говоришь, что некоторые в теле 90 килограммов могут лететь тебе, порхать да, навстречу. Это от да. чего зависит? Это зависит это от то, внутреннего нет. состояния. От внутреннего состояния, от физической формы тоже зависит. Девушки в больших формах, они тоже занимаются спортом. И я своих девушек заставляю заниматься спортом. Ну, и я сама тоже поддерживаю форму. Вот это мировые модели, да, ведь это с вот мировой известностью. Да. Но мы видим, как бы, что тела очень даже такие аппетитные, подтянутые, стройные. То есть спорт неотъемлемая, неотъемлемая часть. Неотъемлемая часть вот модели. Этого эффекта. И знаешь даже почему? Потому что модели очень много времени проводят на съемках, и это физически адский труд. Потому что съемки могут, допустим, для заказчика длиться не час и не два. У меня девочка одна работала для интернет-магазина 7 часов. 7 часов без перестановки. Это нужно все время переодеваться, фотографироваться. 7 часов. Она мне потом написала, сказала: Регина, я не могу даже встать, конечно, потому что нужна физическая подготовка. Мы с тобой, буквально минутка до конца эфира остается, мы с тобой до начала эфира разговаривали, ты говоришь, только не подумай, что я бодипозитивщик, потому что когда речь идет о здоровье и эстетике, и когда уже страдает здоровье, например, там гормональный фон, это время заниматься, вот, то время, да. когда пора подумать о похудении. Когда пора подумать. Если вы чувствуете, что это вредит уже вашему здоровью, то пора задуматься. И здоровье может вредить не только 60-й размер, но и 52-й, и 54-й, потому что организм у всех разный. По каким признакам это можно понять, что кажется уже пора перестать упираться и убеждать себя, что я в таком теле прекрасна? Ну, когда у тебя одышка уже, знаешь, ты не можешь на третий этаж подняться.
не можешь какие-то физические потребности свои, когда ты идешь после 5 шагов, начинаешь задыхаться. Это уже звоночек. Вот это уже звоночек. Конечно. Спасибо большое, Регина, что нашла время к нам прийти, на такую интересную с нами тему поговорить, интересную тему поднять и вооружить нужными советами по тому, как выглядеть красиво в большом теле. Спасибо, спасибо вам. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня разбирали моду для пышных форм.